Сфера туризма, являясь важнейшим двигателем мировой экономики, сегодня сталкивается с новыми вызовами. В то же время эта отрасль таит в себе уникальные возможности для внедрения инновационных решений, которые могут превратить туризм в катализатор устойчивого развития. На фоне глобальных обсуждений на климатической конференции эксперты подчеркивают, что будущее туристической отрасли напрямую зависит от ее способности адаптироваться к новым климатическим условиям, интегрировать устойчивые практики и поддерживать местные сообщества. Туристический сектор играет ключевую роль в противостоянии климатическим изменениям, ведь его деятельность напрямую зависит от природных ресурсов, климата и биоразнообразия. Это подчеркивает необходимость перехода от обещаний к реальным действиям, что требует внедрения инновационных решений. На климатической конференции COP29 обсуждались подходы, включающие регенерацию природных ресурсов, адаптацию к новым условиям и разработку механизмов устойчивого финансирования. Туризм, связанный с природой, местными сообществами, культурным наследием, уязвим перед изменением климата, но имеет потенциал для устойчивого развития. Для этого важно инвестировать в охрану природы, сохранение биоразнообразия и внедрение устойчивых практик, которые приносят пользу экосистемам и местному населению. Ключевой задачей является разработка инновационных финансовых подходов, привлекающих частный капитал для поддержания климатических инициатив в туризме. В рамках председательства Азербайджана на COP29 реализуются проекты, направленные на международное финансирование адаптационных мер, превращающих туризм в инструмент позитивных изменений для будущих поколений. Необходимо, чтобы в будущем туристическая индустрия не только способствовала экономическому развитию, но и становилась важной частью стратегии устойчивого роста, ориентированной на восстановление природных ресурсов и сохранение культурного наследия. Важнейшими элементами этого процесса являются внедрение экологически чистых технологий, развитие экологического туризма и поддержка местных сообществ через создание рабочих мест и улучшение инфраструктуры. Регенерация и адаптация играют ключевую роль в решении климатических вызовов, обеспечивая защиту экосистем, экономическое развитие и благополучие людей. Приоритетом является создание эффективных финансовых механизмов, которые предоставляют доступ к ресурсам и стимулируют устойчивое развитие, способствуя преодолению глобальных вызовов. Успешные примеры внедрения масштабных решений уже помогают снижать давление на жизненно важные системы. Однако требуется дальнейшая работа над инновациями, чтобы превратить вызовы в возможность. Регенерация и адаптация должны стать основой долгосрочного устойчивого развития, где климатическая устойчивость станет фундаментом глобального прогресса и благополучия общества. Туризм должен стать не просто индустрией, но и двигателем изменений, обеспечивая устойчивое будущее для следующих поколений. Это требует тесного взаимодействия между государственными, частными и международными структурами. Вместе они смогут разрабатывать эффективные модели устойчивого туризма, которые учитывают потребности экономики и необходимую защиту окружающей среды, сохраняя гармонию между развитием и природой. Сабина Мурадова, Фарид Адилов, Фарид Ибадов, CBC.